запрошуємо місто Коростень. Наливка! На фестиваль Перуна! Наливка, Мариночка, наливка! Давайте вам нальємо трошки сльоз чітерські. Я дякую. А дурочка з м'ясом. А з сіром. Дякую, дякую. А солоденький на лисничок. Да, ви що? Солоденький на сір медом поливаємо. А який жовтий вообще, обалдеть. Дуже смачний, пробуєте. Дякую, дякую. Може бутерброди, 10 гривень одна штучка. Ну давайте оцю попробуємо. О, мужчина. Перчик, іду дерути. Ще їсте деручки, оці наші любі, вони трохи гаряченькі, не попечіть губи. А ще ті деручки цибульки додали, ще сметанкою полили, там її немало. А ще ті деручки цибульки додали, ще сметанкою полили, там її немало. Є деручки з сиром, спішіть куштувати. Смакота – це справжня люди, краще її не знати. А ще шматок з деруннами – це вже справжнє диво. Варто спробувати тільки їжі вже вродливі. А ще шматки з деруннами – це вже справжнє диво. Варто спробувати тільки їжі вже вродливі. Ваша довгає сьогодні деруці з подолу. Тож мерші, мерші, то знову підходьте до столу. Не сумуйте, брім, не хмурте, весело сміється. Радом всім зустрічає Древ'янська столиця. Не сумуйте, брім, не хмурте, весело сміється. Радом всім зустрічає Древ'янська столиця. Одну, вторую, третю. Не хватило, не хватило деруну. Это типа с мясом. Это с мясом. Вкусно? Ева, с мясом будешь? И сколько такая порция? 50 гривен, 3 штуки. 50 гривен с мясом. Ева, а ну покажи. Покажи вату. Камал, ну шо, вкусно вата? Лучше, чем деруны? Вата как вата, что я упробую. Да? Куда пойдем? Пойдем отсюда. Да, деруни закінчились, перейшли на ковбаски. Ярослав Васильович, вилучить посвідчення члена клубу. Скільки така ковбаска? Та оригінальний. 80 гривень. Кама, а ну як тобі, за ціни? Єва, будеш ковбасу їсти? Ні? Не хоче. Це мужська їжа. Холодна. Холодна? Шкода. Від громади на вашу. Єва, ти не боїшся? После колбасок у нас пошли шо, Камал? Шашлыки. Три кусочка, а за сколько? 4, я пока шел один съел. Да. Олег, иди, тебе уже шашлыка не хватит. Что, очень вкусный? Нормально. Пойдет. Очень-очень вкусный. Я уже колбаски наелся, вообще уже неохота. Ну, аж не ешь так. Ну шо. Ты, наверное, вкуснее делаешь. Ага. Да? Не, ну. Ну какой-то сладковатый. Какой-то соус там добавил. Нормально, что-то мне не нравится, не понимаю. Валуны огромные, природные. Город весь вот на таких камнях природных. Речка. Полевая кухня здесь есть. И готовят барбекю. Что там, Диана там скачет. Ева, ты там осторожно, чтобы не упала.
Оп. Девчонки. Все, по центру хочу. Ева, Ева, туда не надо, упадешь. Пошли на пушки уже. Ева, посмотри, там интереснее пушки. Хоп. Здравствуйте, как тебе? Там очень колоритно, да? Вот продавцы эти стоят. 5 человек продают отлижерон, блин. Лесь, как тебе? Красиво, весело, шумно, но дорого и мало. Князь Мал, сын Нескинии. Нескоренный патриот земли древлянской. Боролся за независимость древлян в 10 столетии. Памятник сооружен в честь 1300-летия города Коростеня от благодарных потомков. Вот князь Мал, огромный такой, вот скульптура Мала. И отсюда, по легенде, княгиня Ольга в конце жизни спускалась каждый день вот туда вниз, к этому холодному, холодной воде, к этому озеру. А мы с вами были вот на той стороне. Все празднование проходит на той стороне. Вот это такой огромный-огромный парк. Беседки. И если вы приедете в Коростень, обязательно в этом парке дойдите до этого памятника Малу. И мы с вами, как княгиня Ольга, сейчас будем спускаться к озеру. А здесь идут раскопки. В прошлый раз приезжала, не было этих раскопок. Здесь упражняются в стрельбе. Фух. Это сейчас вот такие плитки, а раньше же это было, наверное, просто обычная земля, и спуститься, наверное, было тяжело. Валуны вокруг. Жестокие, конечно, были времена. Ради власти убивали и детей родителей, и родителей детей. Ну, жестокие были времена. Ну, сейчас тоже за вас бьются. Здесь есть видовая площадка. С этой видовой площадки открывается вот такой вот вид. О чем этот парень мечтает? Вот так вот спускаются. И вот памятник княгине Ольге. Это озеро, где она купалась. Здесь сейчас, конечно, красиво. Фонтан. Вот представьте, да, когда убивает отца, мало получается, а детей забирает себе на воспитание и берет себе невестки. Девочку, у которой убила отца. И сын Мала дерется за княгиню Ольгу. Он является вот Никита Богатырь, да? Нам, конечно, этого не понять сейчас.
А здесь такая надпись. Все когда-то умрут. Таня. Таня пессимист. Это точно. Все когда-то умрут. Наверное, у нее такое плохое настроение было. Солнце будет погано. Да, я иду, и я вас встретил просто глазами. Я говорю: Наташ, давай подойдем. Она так стесняется, говорю: как это, теща сейчас будет рада посмотреть, чтобы увидела, кого я встретил. Она смотрит меня, да? Да, я вам честно говорю, что я буду врать. Жалко, нет у нее телефона сенсорного, чтобы на видео. Иди сюда. Давайте. А каждый день вас смотрит. Да? Спасибо большое. Где Наташа? Вот она идет. Да? Здравствуйте, здравствуйте, очень приятно. Очень приятно. Праздничка вас. Спасибо. Идемте, идемте, снимемся на видео вместе. Вы тоже ближе подходите. Это вот ваша теща меня смотрит, да? Это ваша мама. Мама Лена. Мама Лена, вам огромный-огромный привет. Что мы увиделись, да, в Коростене. В Коростене, на фестивале Деруно. С этой Любой, да, как очень, положено. Очень приятно, очень. А, здесь, смотрите, целая свинья. Давай, нам кушать надо. Что ты покупаешь? Что ты в очереди еще, что ли? Люба, добываю вам еду. Дякую, дякую. Парни в оранжевой в жилетке. Мы уже майже у цели. Шипшины, перцовка, хреновуха, вишняк, короче. Так, что жуем уже, что жуем? Рульку. Рульку? Угу. А, рульку. Ева, что ты ешь? Попкорн. Попкорн? Боже мой, ты смотри, сколько тут еды вкусной, а ты попкорн ешь. Это мое? Это богрыч взяли, долго стояли в очереди и взяли богрыч, смотрите. И из нескольких видов мяса. Смотрите, ой, морковку уронила я. И смотрите, вот это из хлеба сделанная тарелка. Будем кусать и кушать, да, Ева? А это что за блюдо? Это баныш. А, это баныш? Так, рулька. Конечно, мясо, рулька вкусная, да? Лучше, чем шашлык. Да. Ева, будешь есть? Рулька. Я тебе предложу, да? О, давай баныш. Не-не, Ева, баныш обязательно надо кушать. Ничего, баныш надо есть. Баныш это каша обычная. Да-да-да-да. Богрыч. Острый. А сейчас посмотрим, как ты кушаешь мясо. Давай, Лыся. Ну давай. Она, видишь, маленький кусочек дает тебе. Она не кусается. О! Тихо-тихо, поломаешь. Ого, какая голодная же, вилку чуть не поломала, да? Молодец, мясо кушает он. Это баныш.
это банош, а сверху брынза, вот эта беленькая, это брынза, да. А рулька, вот все, что осталось. Мальчикам понравился банош больше, да? Ой, этот, богрыч. Острый. Не сильно такой, более-менее. А что вы ели еще? Дадите мне, видео снимали, я вставлю, покажу. А, у Камала есть? Нет, я снимал. А почему ты не снимал, Камал, для своего видео? Я ложкой работал. Что это сказал? Ну давай. Запеченный хлеб. А ну. Твердый? Да. Я его башу потом можно сусаты. Зубы сломал. У меня зуб разболелся. Ой-ой. Надавили, это внизу. Нет, оно просто запеченное, оно должно, в принципе, раскиснуть. Угу. Угу. Да, мы сейчас выберем. Покажи. О, Ева, кольцо одно, кольцо второе. О, какая красавица будет. Не, пистолет зачем, когда у тебя есть кольца? Все, значит, мы берем два эти кольца, да? Взяли еще для Вероники котика. Ева еще себе вот такие штучки взяла. Они потихоньку, потихоньку отклеиваются. Игрушек накупили, все, все есть. Это что, узвар? Квас. А, квас? Недолго. Давай. А где, Леся где? Очередь. Вытри лицо. Вытри лицо надо. У меня тоже, наверное, такое, да? Леся сейчас деруны покупает. Ждут деруны. Деруняка. Да. Так, ну что, будем пробовать. Давай. Еще деруняку. Берите, пробуй. Это не просто дерун, а деруняка. Давай, пробовать надо вкусно. Давай. Горячая. Ева, тебе деруны сподобались? Смотрите, как деруняка такая. Деруняка. Ага, окей. Да, я выдра. Она горячая? Наверное. Дуй, Ева. Горячая. Дуй. С двух вилок будет кушать? Ну как, горячий? Горячий? Нет? А, нормально. Все, а будем пробовать. Камал, пробуй деруняка. Это не дерун, это деруняка. Кстати, это с грибами, да? Получается? Нет, это просто деруны, а внутри вот типа телятина. Надо было, наверное, обычный просто брать. Телятина не очень дает вкуса. Деруны не бывают. Ага. Будешь еще ли? Поел, а ты как, с чем пробовал деруны? Обычные пробовал и с мясом. Ага. Но вот тут больше всего мяса. Вот это самое такое максимальное мясо. Вот надо было сразу деруняку брать. И почем он такой? 83. А мы с мясом за 50 грамм брали. А. Ну там мясо поменьше было, да. А тут было. Ну это холодное такое. Только пожарь, они прям пожарены. Может, он сверху мясо чуть. Холодное. Да, попробуй, мясо холодное, капец. Мясо отдельно они ложили. О, вот, Ева хорошо ест, смотрите. Попробуйте. Дерунчики понравились Еве. Ты попробуй, ты же не. Так, тетя Люба, ну, ваш. Деруняка, деруняка. Выяснок. А, сейчас. Деруняка. Конечно. Древнее дремлянское блюдо. Дерун. Или по-белорусски драники. Ой, очень вкусно, очень вкусно. Мне понравилось.
особенно мясо. Особенно рулька, да? Да, самая вкусная была рулька. А со сметаной? А, да, особенно рулька. Да. Я ее дай попробовать. А сметана, сметана. Дай, дай Еву. Сейчас. Ева? Со сметаной вообще супер. Ева? Покормили Еву, надо покормить Камала. Олег, я просто уже знаю. Ева, будешь? Я тебе такие нежирные. И какие самые вкусные для вас были деруны? Последние? Те самые краще. Прорекламируйте этих, Люба. Казацкая кухня. Кухня из Львова. А-а-а. Только обалденно. Очередь полтора часа стояла. Поэтому и очередь, слышишь, потому что они вкусно готовят, поэтому очередь большая. Да, деруняка называется. Деруняка. Вот деруняка самая вкусная. Да, все эти самые деруны, только в разной подаче. Да, да, да. Да. С праздником вас! Спасибо нашему другу. Звучит премьера песни. Ну, минимум таких же так два. Про вас никогда не Thank you.